Вот мы сегодня гуляли и встретили сестричку. Тоже зовут ее Сочи. Сочи. Was very popular 2 years ago when I was Olympic in Sochi. And my husband, he American, but he picked up this name because top of name. It's a beautiful name. Sochi, It's a beautiful name. Look like the same. Because, they look similar. Because our Sochi, she very popular on, on YouTube. Oh, really? You're on YouTube? Yeah, I make a home video, but I speak Russian because, you know, I for Russian no, that's people fine. Make. Oh, that's good. But sometimes husband take part. I thought about making her videos, but then I was like, there's so many. No, they love it, animals. Yeah. Because also Did she husky. Talk a lot? She start talking, Yeah, really? Yeah. Aww. When she want to park with my husband morning, she crying. Oh, yeah. Make talking. This one will howl every time, like, if howl? I give her a command and stuff like that, she'll kind of back talk me and all that. You have sister Sochi. That's adorable. Oh it's my cute, gosh. I see. And they look so close to me. Yeah. They look so similar. She's a little bit darker, but that's it. Oh, because of, she was darker when she little. She changed color now a little that's bit. That's so cool. But it's hard time from beginning, A lot of... Now she okay, but need more training. So do you kennel her in like a crate? No. No? Oh, wow. So she's good in the house? Yeah. She don't do any, she play only with her toys. Wow. So when she sleeps, she just sleeps throughout the house? She sleep around husband around his room. She sleep wherever she want. I don't know if I can trust her. I feel like she might like chew on stuff. Yeah, from beginning she did chew couches. But once she matured. Yeah, but now she don't touch anything in house. Even I have teddy bears, she never touch them. Christmas time she never touch anything. They very smart. Yeah, they're smart. Mm-hmm. They're smart. Also if you training a little bit. Yeah. I see. Cutie, yes! When we see you again? No. Oh, see? No. Вот хочу тут добавить, видите, у нас машинка стоит. Это нам приехали батарейки менять нашей сигнализации. У нас дома сигнализация, потому что вот этот дом сдается в рент. Постоянно меняются жители. Соседний дом тоже банк в рент сдает. Хозяева бывшие сбежали. И мы, конечно, переезжать никуда не планируем. Ну, вот такая компания у нас, Security Service. Не знаю, уже года 4, наверное, или 5. Ну, там были какие-то у нас происшествия криминальные вокруг. Да и Дэниел работает с неблагоприятной категорией работников, у которых прав нет, какие-то проблемы. И чтобы ничего не случилось, лучше иметь сигнализацию. У меня вот, допустим, на ключах есть кнопочка, я нажимаю ее. Если подъезжаю к дому, вижу кого-то, и полицейские через несколько минут подъедут, если мне угрожает опасность. Но это около, вокруг дома. Ну, также, если кто-то дверь откроет, естественно, сигнализация. Все знают, как она работает. За почтой пришла. Ну, вот полная охапка почты, счетов всяких. Оплачивать надо. И хочу сказать, что за сигнализацию мы платим $42 в месяц. Но я проверяла много раз, по ошибке нажимала кнопку паники. На ключах покажу вам как-нибудь. И полицейские сразу приезжали. Ну что, Сочуля, очередной бил у нас за смену батареек $133. Батарейки сели. Но они какие-то специальные, конечно, системы. Много лет мы не меняли их. Вот за все надо платить, подруга. Да. Охранница ты наша.
У нас стоит жара, но мои цветочки, просто моя герань в самом своем благоуханном виде. Конечно, отцветет очень быстро от такой жары, но не могу не показать, какие огромные цветы. И вот орхидея распустилась у меня, белая, красавица, тоже крупная такая. Радуют меня цветочки. Спасибо вам, любимые. Я тут в шляпочке своей модной. Прогуливаюсь. Сачуля попала в кадр. Мы уже погуляли, покупались. Травку нам пришли, покосили. Нюхачка! Ну вот хочу в заключение вам показать. Первый билл пришел. Мой визит в госпиталь. Вот, значит, полностью цена за пару часов. Почти $5000. Иншуринс заплатил 3168. И вот мне нужно платить, при всем при том, что у меня очень хорошая страховка с работы, $1717. Вот такие услуги в Америке, даже при медицинской страховке.